трудностей, но мы смогли вернуть отца. Ну... Что? Скорее всего, это привлечет внимание. Даже не скорее всего, определенно привлечет. Слушай, тебя уже ищут. Ясно? Будь осторожна. Если мы получим это оружие, то сможем навсегда все изменить. Ага. Если. Слушай, я знаю, что мы только несколько часов работаем вместе, но хочу, чтобы ты знала, я горжусь тобой. Я вижу, что тебе тяжело. Ого. Раз. Настолько тяжело, что я сомневаюсь, поднимать ли эту тему. Однако, если бы отец схватил протянутую тобой руку, он раздавил бы все датчики Рассела. А, ну да. Безусловно, это можно понять. И оно бы того стоило в этом Конечно. Случае. При этом мне трудно представить ситуацию, в которой в этом была бы проблема. Как и твой отец, Расселы бесценны. Так что, ну, знаешь, на будущее, в общем, проехали. Раз, клянусь, твои перчатки в безопасности. Украл какие-то файлы об этом оружии. Ну, если речь идет о шифровании Альянса, обращаться к Илаю. Ой. Системы, роботы, сети, я с ними в два счета управлюсь. Но не шифрование. Мне это как язык пришельцев. То есть это и есть язык пришельцев. В общем, это к Илаю. Я не могу нажать. Удивительно. Подожди, так нахер мне тут нужен? Посмотри в окно. Это то, о чем я думаю. Хорошо. Надеюсь, у тебя были веские причины не смотреть в окно. Забудем об окне. За ним было хранилище, на поиски которого нас направил твой отец. Оно парит в воздухе, и добраться до него будет трудновато. Но оно обвешено кабелями. Думаю, если мы пройдем по ним и оборвем их, то нам удастся спустить хранилище на землю. Не лагает дико. Придется смотреть в окна, чтобы сбить хранилище? Нет, не думаю. Я согласна. В переговорах комбайнов что-то есть про отца? Ничего. Все только про отправку подкрепления в карантинную зону. Это значит, что он еще в пути. Мы узнаем, если они снова схватят Элай Эвен. А с другой стороны... Попасть в хранилище проще не стоит. А, граната впустую. Не зря. Согласна.
Берегись, зомби. Осторожно. Раз, хватит. Теперь это уже наш пистолет. Thank you.
Ищи северную звезду. Вот же она, почему ты так говоришь? Нет, нет, Вартигон сказал искать северную звезду, чтобы помочь его друзьям. Звучало как вартигонская ерунда, но видно он серьезно. О, выходит, не ерунда. Не выходит. На дикие траблы с коннекшеном, может, все-таки тут закончу.